Ну, мне Нет, сейчас кажется, такое если такое. второй раз подряд убить с первого трая, то мне кажется, там 3 чешки нахуй будет. Три кастерских выпадет кольца. Не будет там что Чешка, падать, запы будет. нахуй. И что там еще топовое? Апокалы, блядь, есть. Трое зап или трое апокал, да? Бля, Блядь, ну три... вот трое апокал звучит вкусно. Три Звучит как танковские чешки этому нахуй. рейду. А все, когда начинаю все 29 приор. Звучит еще вкуснее. Я сейчас говорю, и у вас давайте три нахуй чешки. пол рейда ДКшников. Какой друид, похилит тьму, чтобы там не было проблем? Карбонар зайду, давай, я побегаю в сове там. Сове? Какая еще сова? Ну, сова, сова будет бегать, дамажить. Травить. Какая сова? А я в нем постою. Они же двигаются, вы же двигаться влево будете. Такой вопрос, сука, вылезет два сиранита? Собрался. Пиздец. А нет. У Войда, наверное. Страшно. У меня один есть. Блять. Призм тут нет. Хочу потанчить трэш. Ну вот это к Лингру, ну. Если ты трэш потанчишь, было бы, кстати, заебись. А Лингру, да, в тьму бы поставил. Давай, потанчишь трэш, а Лингрен в тьму пойдет. Так. Один ДЦ, хоть один ДЦ в какой свете. С обычкой тут. 4 леза во тьме и во свету на третьей фазе, и вообще на всех фазах, выходит трэш, нужно залить его быстро. Причем, если ты не заливаешь быстро, то там, кажется, они растут мелкие такие големчики. Да? Слава, завтра чё? Я хуй знает, ОКЗС чё. Не думайте о завтрашнем, надо сейчас этот рейд убить. Пока не закрыли. Надо закрыть, и потом мы можем уже 4 босса успеть захуярить. Хорошо, шеф. Какой 4 босса без меня вообще обнаглели? Так, давай не призом. Мой лорд. Ну ладно, всех. Призом пойдешь в тьму дамажить, бидон хилить. И нужен... Стой. Друг какой-то, сука. Что, блядь, трое пока выпадет, блядь, пизда вам нахуй. Бля, было бы а ты я говорю, три танковские чешки уходят. Ну что хотите вообще? Опять мем делать с чешками тогда? Да, новый мем делать. Пиздец. Три СПД плаща. Я надеюсь, ты проект сохранил, история? Потом сделать-то его. О, друид инвалид, нахуй. Кого убрать? Кого убрать с рейда? Какого ТРДД надо убрать? Shadow Knight? Меня, может, мне приор 0? Нет. Тебя не могу. Мы убили. Так, друида в тьму. Я могу почили тоже. Не, ну... Да. Не-не-не, Захан сейчас оставляем, он нам нужен во тьме. Он нам нужен, чтобы увидеть апокалы и не залутать их. Вот разве что только ради этого. Ну а хули поделать, блядь, не ты один такой. В обычке золотаешь. Короче, значит, во тьме будут Авилания, Мордаунд и Друид Инвалид. Вот, своим приором я в обычке не золотаю. Войд, Бидон я знаю, и Эвамаунт будут в свету. Делать. Даже Золоманты не золотуют их. Так, ну, восьмая пати пока почильте. Если хотите ИП, то не, уф... ну, не уходите. Еще будете ЗС. В Дискорде желательно. Седжа. Еще ЗС будет. Седжа, я придумал прикол. Типа, знаешь, что-то Заханыч хочешь полтать апокалы. Приор 29. Да, я на замене, вот да, Карбонара, понял? Да. Все, я... Блядь, понял. Ну это ты жестко придумал, Мордаунд. Да. Шутка разумная. Да мне это... Я ебать ржу, ебать прям не могу, пиздец. Живот от смеха разрывается. Пиздец. Слышишь, Лингер, да, надо будет тебе это в тьме тебе покидать Фридом и там вот эту всю хуйню на ретрике. Чуть-чуть поработать на шутках. Да мне это. Слушайте, есть пробка какая-нибудь бесплатная для этого монтирования видео? Есть. Sony Vegas взломанный, брат. Sony Vegas взломанный. А что ты что качается не через торрент и не два Sony года? Sony Ericsson. Sony Ericsson, Анатолий. А на этой неделе RS купили обычку, нет? Нет. А сходим потом, нет? В такую хуйню не ходим. Это для слабых. Хоть для слабых. Да, ну давай, своди слабака. Это только в бонусном виде будет РТ. Ну,
Если вот я на следующем КД у меня в четверг придет 40 человек на льду, блядь, мы закроем ее за полтора часа. Тогда вот будет тогда будет все, что хотите, нахуй. Я как джин исполню ваше желание. А опера будет твой? Нихуя себе. Блядь, будет три. Будет три оперы. Будет три оперы одновременно. Вот только убьем их или нет, я не обещаю, нахуй. Давай сделаем так, если мы закрываем следующий КД у льду, на фул, прям с первого раза. За два часа. Ты, да, за два часа, то ты идешь паладином в кару, ХМ и ничего не анролишь. Ну и хилишь там полностью ее. Нихуя, ты слишком слабо. Ну ладно. Хорошо, и зломан еще это... Ну, это, допустим, только для тебя одного выгодно. Если бы это было выгодно 10 людям, почему? Которые... Это выгодно, знаешь, кому? Знаешь, кому выгодно? Кому? Тем, кто не заходит на льду? Нет, это выгодно тем... А ты заходишь тем, кому надо, вот, скажем, Вилаш надо токены, MP Ханту надо не, токены. Не, ну, без проблем. Так они заходят на льду. Если бы, если бы челики были, которые не заходят на льду, им надо, чтобы я им... Мы их выкинем. Откуда? Скажем, из Скары ХМ выкинем, скажем, для... Приступаем в окно, блядь. Ладно. Ты в параллеле, скажем. Можно только что поставить, пожалуйста? Это все круто, блядь. Согласен. Я хоть на валю бегаю. Вот хоть мастера первого цепляешь. Кстати, Сержа, ты где? Сейчас я найду, подожди. Видишь, я на мишке бегаю. Где-то там. Тут мастер первого. Ну, первую иллюзию. Давай, запускай, где он там? Вилаша босса, мастер первую иллюзию, я буду вторую иллюзию. Только дистанцию жить, чтобы он не похилился. Хилам, освободите центр, нахуй, и съебитесь там куда-нибудь в другую сторону. Велики, вообще съебитесь. Вообще Рова держит Лингрен или Хукмастер? Хукмастер. Последнего Лингрен. Не буду доставать, типа, этих танков. Смотрите, они подохнут. Сейчас достаю нормально. Как дела под ебалом стоять? Нормально? Да. Кайф чисто. Я говорю, не умру, чекайте. Вот, умер. Только рейд не убей там свои коды. Большой пропиздончик получился. Я говорил только за ссылка, брат. А! Ты не уточнил в скобках. Уже. Никому не нужно. Икса, короче, ты не новый уровень. Лингрен от Хукмастера далеко отошел в особых. Я подхиливаю, Лингрен. Я подбежал к нему тоже поближе. Смотри, не, чтобы в центре хилы вас доставали всех троих. Все, уже не заходи за кана, что игра вылетит. Опоздал. Че, он вылетел? КД полутать. Я не вылетел. Ну капец, мы столько людям с ней проходки сделали. Ну, главное, чтобы эти люди... Канцелятор, Зози. Главное, чтобы эти люди остались. Ну они вроде активичи и будут типа ходить. Да. Можно попробовать на робота сходить. Нихуя. Хотя, Ваня, ты видел, поскольку продавали проходки с Лича? Че, говоришь? Выдал, поскольку проходки с еще продают? Поскольку? 150.
Ну все, все, кто сегодня проходки сделал, 150к в ГБ. Скидывайте в ГБ. Вам месяц, короче, чтобы нафармить. Или пик. Это ты много дал, что так месяц, что не 3 дня. Да, можно заходить? Пока. Нет. Не-не-нет. Повернулся сказать такое. Да ладно, господи, подушки кикнули. Горите. Метки вышли. Заходи. Главное, чтобы эти люди все остались. А не получилось так, что они сделали проходку и ушли, блять. Проходку бесплатно сделали. Будет хуёво. Каждого по IP вычислим, каждого по IP. То и ушли потом в новую. Да, и Сельджу с Виланником таем. И не оставать, да, пусто. Я построю темную. Прикинь, ты бы попадал в рабство гильдии, если она тебе что-то сделала проходку, нахуй. Не мог бы ливнуть оттуда, ну чисто кнопки бы такой не было. По факту я и так в рабстве, как бы, знаешь. Да мы все в рабстве, как бы. Да, я как бы... Кто раб плюс чат? Мы в рабстве у льды, блядь. Мы все негры, а Войд наш хозяин. Я добрый хозяин. Нафига себе добрый. А можно я приора? Я очень добрый день, да. Да. Сколько? В смысле, какие 22? Ну да. Шаману войду еще собирал, блин, паладину, друиду. Там когда Войд орёт такой, что не так, хозяин? Слушай, а вот идея на ресторан друида собрать еще в Аламир. Нет, давайте не надо. Я зря сказал, это был неправ, не надо. Пил просто. Да, да, не то самое. Ой, Хукмастер, что-то далеко уходишь, куда там? Не, нормально, если в центре стоять, то-то все это стоит. Ну, это контент задроченный, простой. Интересно. Па-а-а, ща кому-то пилета, перешатает, погоди. Мимо, мимо. Подвигай босса, подвигай босса. Да и войдите. Так, что ты там будет говорил? Мне в ретрика? Угу. Потусуйтесь там во тьме. Двадцать минут ласки осталось. Как раз. На убийство. Она написала убийство. Так, еще раз объясняю, кто где. Возьмите огонь, кто из паладинов наверху будет. Так, я буду наверху. К свету. А со мной не будет никого. В принципе, там и не надо третье, наверное. Думаешь? Значит, во тьме, ну если типа РД не танчит мелких, этот, во тьме должны быть две джаги, ну или три, блядь. Смотрите, там хпал есть, в принципе, я не знаю, с подручными будет обновлять. Да, да, джагу я кидаю все время. Вилаша танчит тьму, значит. Хукмастер, ты это сообразишь свет потанчить? Свет, значит, просто держишь босса, и, короче, появляется голем с метеора, и ты его ЛПшка забираешь.
Вот он не таунтится, если что. Два ханта. Ханта пассифея. Надо будет вам напуливать только большого голема в хукмастера. Вот. Потом что? РДДшники, бить большого, но смотрите, чтобы там агро набрал хукмастер. Если сорвете, будет вайп. Катрисия танчит мелких. Рога. Две роги напуливают на Катрисию мелких. Так, во тьме. А, на Катрисию? Да. Я думал, на Лингрена. Переиграли. Он ретриком во тьму пошел. Во тьме, значит, дамажит первая пати. Там Тевилаша танчит, первая пати дамажит. Еще туда идут дамажить Призен, Энхам, Закханыч и Зози Кот. Вот. Все остальные святую играют. Значит, пачка, которая во тьме играет, это Вилания, Мордаунт и Друид Инвалид. Смотрите с маной там внимательно. Там Зози Иннер есть, в принципе, один у вас. Такой экстренный. Ну, если что, там смотрите. В свету, значит... Блядь, бидона надо сюда закинуть. Друид Инвалид. А ты уверен, Слава, что ты на третьей хочешь остаться в свету? Ну, типа, а не снизу. Нахуя чекать мне снизу? Ну, мне... шомплы эти чекать, нахуя. Чё чекать? Лезвие. Нахуй мне их чекать. А чё их чекать? Нормально все. Ну, ладно, ладно. Вон там рарник, вот ассист. Я просто спросил. Думал. Думал, он не сдохнет. Шалфира вроде есть. Заранее все инера. Да, у меня собака. Во тьме. Заливайте ходи паладину. Значит, сейчас в свету хилят со мной. Вот Эламаунт. Хилишь. Ты еще Эламант будешь диспелить первую и третью фазу. Метки должны добежать до края. И только тогда их диспелишь. Вот. Ну и смотришь, у нас основная задача не проебать МТ хукмастера. Исповедь не удаешь. Привет. Здорово. Привет. Исповедь не удаешь по КД там. Привет, Зайка. Значит, бидон еще. Ты щит земли держишь на МТ, на хукмастере. И посматриваешь, что же за Катриси. Там маленькие, в принципе, сильно не бьют, так что должно быть нормально. Вот все, кто во тьме, смотрите, там, саппорт выпейте, дамагеры там и хилы, кто друид инвалид, мордаунт и авилания, саппортик и баните. Это вы сейчас очень сильно заняты? Да, мы... Пиздец, мы заняты. Так, вот рыба. Члены во рту очень заняты. Ищите рыбу. Значит, смотрите, самое важное, что здесь будет. В тьме там бегать легко, в свету с трэшем это все понятно. Самое главное, не уронить танков. И будет, значит, если падение в свету метеора на танка, на хукмастера, то ты, хукмастер, поворачиваешь лицо босса на рейд. А босс, рейд отбегает в ту сторону, где был хвост босса. Делаем разворот 90 градусов, чтобы метеор был с одной стороны, рейд у тебя с другой стороны был. Все запомните эту хуйню. Будьте готовы к этому. Хукмастер, понял? Хукмастер тут, нет? Про разворот услышал? Заходите за линию. Надеюсь, он услышал. Так, даю отчет. 5, 4, 3, 2, 1. Метеор, сейчас готовимся. Побежали. Я вахую с вас. Маленьких отводи. Этот. Кто там? Катрисия, блядь. Ты отводи, чтобы они не росли. Не растут от большого. Радиус большой очень. Да я это понимаю, зачем мне объяснишь. Там просто агро пиздец какое было. Заранее начали бить. Ну там рога сдох нахуй. Заранее не начинайте бить маленьких нахуй. Иначе будет вайп, блядь, на вайпе. Что, дебилы, блядь?
Вадикон, Зози резай за Каныча, Вадикон резай Рогу. Триходка пошла, фулл бафом. Во тьме добавайте. Не проймите Вилаш, она там зашла, уже прожалась. Чтоб не сдохнуть, стойте в кружке. Я первый даю. Угу. Это наш сектор, походу, вот этот, в котором мы сейчас. Сектор плюс на барабане, буква О, ПМ. Тихо, меньше пиздите, больше внимания, блять, уделяйте. Фиолетовые лужи, это там льются они, да? У них? Да. От босса чуть назад. Блять, дурачина, сука. С меткой в портал не заходить. Фаза появилась. Зози, к стенке. К стенке, к стенке. Блять. Падаем. Ну ё-моё. Че это было? Да это лужа, да? Нет. Вилаш вроде лезвие убило. Вилаш лезвие убило, и мы потом легли. А, у нас задул, да? Пелена. Ну конечно. Получается. Сейчас, уважаемый Зак Ханыч, Траволта, нахуй, чтоб такой залупы не было. Не отцепли на метеорию, сорян. Я там ГП уже настроил, нахуй. Я отвлекся, сорян. Уважаемая дама, ебаный ты козел. Танчу подслипнул. Где Зак Ханыч? Я тут. Кто МП5 дает? Я раздам. Так, надо масло намазать. Блять, оно кончилось. Но... Эти ГБ кто-то. Гильдбанк кто-то поставьте. Тут не забагалось. Блять, сколько ГБ наставили. Так, все готово. Зайдите за линию, даем что-то. 5, 4, 3, 2, 1. Побежали. Thank you.
Притормозите чутка по боссу. Сначала трэш убейте. Чем переводить? Что там, как дела у вас, хуёво, да? Сгорели. Падаем, заходим. А нахуй вы сгораете? Чё у вас? Ну, быстрее, как вы сдохли, нахуй? Лезвие, блин. Лезвие сбили. А чё, блять? Ну, на шары не посмотреть. Вы можете, сука, или опять обучение в детском саду проводить? Заходите, сдохните. Кто там? Мастер, зайди, сдохни. Сейчас люди в инс будут заходить, будет вылетать игра у них, нахуй. Будем полчаса сидеть ждать. Детский садик слезки. Вы что, блядь? Открыть видос, где мы учились, нахуй? Или что, блядь? Пиздец, не надо. Раздупляйте мозг свой, сука, не побейте лучше, трай, нахуй. Давайте сейчас вы зайдете, не бейте босса, нахуй, и просто посмотрите, как, сука, шарики ездят, нахуй. Поверните лицо, блядь, на них. Встаньте в сектор. Там кружок делится на 4 сектора, нахуй. Плюсиком таким, крестиком, нахуй. В каждом кружке 90 градусов, нахуй. Треугольничек. Как пиццу, как знаешь. Пицца. Разрезаешь пиццу, нахуй, на 4 части. Короче, блядь, лезвие от шарика к шарику. Вам нужно находиться, типа, чтобы... Между шарики двумя шариками. Дальние. Давайте вы пиццу. Вы посередине, ой, блядь, должны, блядь, быть между ними. Всегда должны смотреть на задние шарики. Стыд, позор, нахуй, ебать. Которые я понимаю, именно, блядь... 12-летние дети нахуй играют, я понимаю, они там не раздупляются, блядь. Заткнись. Надеешься на вас, блядь, что с первого трая будет. Вы туда заходите в тьму и все, пиздец, блядь. Глаза право-лево, нахуй, пиздец. А если у меня косоглазие? Да похуй на тебя. Собаки. Один на вас, другой на Кавказ. Глаз на жопу натяну, нахуй. Что, холодно? Ну, конечно. Ну, какой же еще так, дурилка, блядь. Я хочу дурилка, но ты не влага, нахуй. Давайте резче, нахуй, ЗС, охота, сука. Заебали на этой хуйне сидеть. На туре, блядь, давайте уже запы быстренько выбьем. Мордаун тут, нет? Запы анроу, нахуй. Тут я. Заходи мои быстрее. Блядь, какие еще? Анролл. Нашел. Забираю всем, блядь. Дает ну, черт. Для меня анролл. Танкачишка, анролл. Чтоб вы так, блядь, во тьме на лезвиях пиздели, нахуй. Лезвие, анролл. Пиздёшь, анролл. Бегаем.
Трэш, бейте трэш. Быстрее, трэш, быстро, быстро, зергайте его нахуй. Вилас уже зашла, если чё. Слава, пошли на ту сторону, сразу они там выходят. Покрутить будем? Под лицо только не зайдите. Процент. Печеньку встаньте. 51. Угу. Ждите метку, метка сейчас жди. Во тьме стопаните. Танка хиль. Диспалет нахуй во тьме, блять. Руки оторвать хочу. Один. Я диспалет. Иди спель. Метеор перебежали. Хиль. Танка хильте танк. Трэш. Приоритете видите трэш. Ё-моё. Танка хил. Тупо сдал мне. Радикон рез из Ози. Дима вышел. Вынес. Траволта, сука. Ты слепой? Тьма, стопорните тропу. Тьма, тормозите нахуй, 70, вообще не бейте нахуй. Метеорит. Прибежали. Зози, а ты хули тут? Когда лезвие не будет, скажите, он зайдет. Сейчас лезвие там. Лингер сам по себе. Угу. Печеньку. Лезвие кончилось? Да. Заходи, Зози, туда, блядь. Я появится. Печеньку идите. Охуенно дисплеили, блядь. Блядь, да кто дисплеит во тьме, ёбаный рот? Благо... Дисплейте! Сука, это... Один мордаун диспелит, остальные уберите руки нахуй оттуда. Лингер твой. Танка, танка. Сам себя здесь полишь. Танка хилит. Ну быстрее трэша зауешьте, чтобы освободить танк. К трэшу бьют, к Атрисе дашь мне инер. Рвись, да, Инер, уже сейчас. Готовимся. Метеор. Перебегаем. Пиздец, призом, нахуй. Там никак иначе было. Там выноси. Что это меня убило? Ближняя атака, хлёв. Что? Танка, танк. Рвись, стрес и шелфира. Призом вставалку юзы. Да зауешьте трэш быстрее, этот. Метеор. Есть Лингер? Что засрали? Подойдем, спасибо.
Это свет засрал нам здесь все. Че там процентаж какой? 50%. 60%. Свет на 70 босса, только бейте нахуй. Быстрее босса дайте, чтобы было 50. 20 секунд босса побейте, сука, иначе мы хуй убьем. Да-да-да, вижу. Ну хильте ведь меня тогда, худя. Быстрее. Может, Геру какую-то дадут, блять, я не знаю, нахуй. А, здесь шаман, понимаю. Вадикон, давай по Войду Индер. Метеорит. Не бейте пока тьма, не бейте. Большого зерганите быстрее, сейчас второй большой выйдет, мы пойдем так. Зерганите большого, помогите. Азози, дай я такую, блядь, да. Фридом. Лезвие, аккуратно. Там берса скоро. Если что, зубы в вашу улетели. 40 секунд берса, босса просто бейте. Фул по боссу. Два ляма добивайтесь. Блин, тьма, я... пыхнула. Тьма упала. Он задул нас боком. Задул. Добивайте боком. Быстрее, добивайте, сейчас захилится, блядь. Хорош. Ебать он задул, конечно, охуенно. Он боком задул, блядь. Пиздец. Понятно, лут говна. А чё за шея? Лут охуительный. Это хорошая для деда, вообще для фуриков. Ебейшая шея. Лыховская. Бисовая. Там вообще-то бисовая. Там арпова лучше... шея, да? Лучше ты шею на фурика не найдешь нигде. Даже слана помойка. Так, сейчас пойдем. У нас фурик ЗС. Вот шея всегда фурик. Чё, Слава, я тогда слот не буду занимать. Сразу пойду на замену. Угу. Так, не ливайте, пока я по не дал. На замену там плюсуйте, сейчас ассистов дам, возьмите на замену. О, ровно в 6. Вот до и сейчас стоит. Дайте портальчик. Не, ну уже, конечно, лучше. Шатратик. Ну, много. То, что... Не, ну то, что, блин, три метки на меня подряд, это как бы какое-то гейство уже. Я, конечно, не понял вообще, как он так боком задул охуенно. А он, кстати, первый раз, когда мы упали, тоже боком. Я, скорее всего, могу, знаете, что предположить? А может быть, из-за того, что я подошел к этой, к сфере, сдох, это шотнуло всех? Все зашли на ИП. Нет, ряд, там написано не, было не. Дыхание. Троид, дай портал. То, что на ИП плюсуйте, кто-то на ИП. Okay. Как ты тут сидишь? Зачем ты плюсуешь? Так, все, это все, да? Так. Пошли этот ЗС-ку. Выходим с инста, портуемся. Блин, ну 254-й там... рога это мало для ZS Gear. Надо его в обычку, чтобы в обычку сходил. Да, но в обычку сначала печать.